и больше никогда не сделают. А если попытаются... Известный русский поэт, советский поэт Николай Рубцов. Сегодня на глазах разыгрывается новая драма. Идет отторжение и разрушение крупнейшей европейской страны. Наша власть смотрит на это, отделываясь только небольшими заявлениями. Я считаю, что это начало новой трагедии, которая надвисла над всем миром. Сегодня США и НАТО идут по пути фашистской Германии. Что американцы и НАТО наплевали на все договоренности. Они не знали, что такое социализм. Это был эксперимент. Хоть какое-то поколение скажет. Мы сейчас... И эти страшные цифры преждевременного... То же самое демократы и то же самое нынешняя власть. Они хотят по чуть-чуть. Чуть-чуть вернуться в советский период, чуть-чуть продолжить ельцинский период. И народ не понимает, чего они хотят? И что они могут? Беда советского строя. Он уничтожил... Он за офицеров, за русский народ, за национальную идею русскую. Без русской идеи, без русского народа невозможно процветание нашей страны. Русские офицеры, даже пенсионеры, получают пенсии меньше даже, чем на Украине, в Грузии. Хотя это богатейшая страна. Богатейшая страна Россия. Когда-то же мы должны жить нормально. А мы говорим, что мы... сможем ее побороть, потому что для этого нужно убрать